тормозит. Почему меня тормозит? У тебя есть кто-нибудь дома сейчас? Ну да, батя. Можешь его сейчас позвать? Я тебе сейчас кое-что скину в скайп. Ты это открой. Страшилка будет при бате. А, ну хорошо. Иди сюда. Что ты тут делаешь? Можно я тебе кое-что покажу? О, давай, покажи. Что? Да что это? Да что это такое? Да папа, ну блин, можно мне еще немного поиграть? Нет, выключай, пожалуйста, компьютер сейчас. Это за сайт, где ты нахуй, покажи. Нет, все, давай пока, отстань. Нет, подожди, что это такое? Да папа, ну пожалуйста, ну блин, он меня забанил, папа. Это похоже на гомосек, блин, что это такое? Это, блин, не знаю, похоже на гей, блин. Все, давай пока, не знаю, разбанишь или не разбанишь, все, давай пока. Стой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж, и сегодня я снимаю один, и я наткнулся на нового грифера, у него много алмазов, и сейчас я уже добавил его в скайп, как всегда это бывает по стандарту, я сейчас попробую изменить голос, чтобы он подумал, что я ребенок. Ну что, дорогие друзья, давайте приступим, я звоню ему. Народ, нашел просто офигенный сервер на версии 1.5.2. Админка при входе все гонки на драконах, секс с игроками, сам на нем играю, всем советую. Такого еще не видели, IP в описании ролика, заходи. Где его скайп-то? Плешивый. Звоним. Кто ты? Поплагуе. Что тебе надо? Что-то не берет. Что, блядь, да, она? Алло, Что ты такой, да, она? Я просто хочу играть, мне никто не может приютить. Вот ты долбоёбский даун, бля. Можешь меня приютить, пожалуйста, я... Ой, ты дебил, блин, реально даун. Ну ладно, давай, тупёшься. А тебе сколько лет? Мне 48. Мне 9. А не как... похуй, сколько. А какой у тебя ник? Ник? Сейчас я напишу. Ник какой, быстрее. Да говно ванус, понятно? Извини, а как прописать... Что нужно написать? Ой, ты, блин, как ты меня ебал. Смотри, сейчас я напишу. Точка, так, ТПА и мой ебаный говно ванус. Ладно. О, ты умеешь ТПА. А чё у тебя ник красный, слышишь? Так я же VIP купил. Ой, ты ду... это, наверное, тебе админы написали, дебилы тупые. Я купил VIP, и у меня есть много вещей. Вещей есть. О, вещи. Я могу. Да. Ой. Гоните. Ты не видел ничего, надеюсь. Вот. Дюб вещей покажу, пошли. Какой дюб вещей? Пошли, становись на этот блок долбанный. Ой, у меня что-то тормозит, извини меня. У меня тоже ничего страшного. Меня тормозит! Дебил? Давай, иди сюда, пожалуйста, давай. Давай, иди сюда, смотри. Да. Смотри, видишь этот говняный блок? А кто это? Ты меня не обманешь? Нет, я тебя не обманю, ты дюб вещей покажу. Давай, вот видишь этот блок? Да. Встань сюда. Куда? На этот блок, дебил! Ладно. Давай, дебил. Смотрите, короче, сейчас сделаем совместное селфи, смотри. Я опыт могу тебе дать. Угу, смотри, раз, два. Лох. Зачем меня убил? Зачем меня убил? Ты зачем убил? Верни вещи, пожалуйста, у меня. Я VIP купил, там много вещей было. Кит VIP. Ну что ты мне сделаешь, сучка малолетняя? Я кит VIP, там много вещей было. Ха-ха, лох, пидораска. О, Лео Месси. Ты не сможешь вернуть вещи, ха-ха, ты, потому что пидор и лох. Ты грифер? Ну представляешь, я грифер. Не убивай его, не убивай его, не бей его, не бей. Верни, я админом буду жаловаться. Да мне похрен, кому ты там жаловаться. Я админом буду, он мне не дает риса. Да мне похрен, кому-то там жаловаться. Я сейчас ебаю, понятно? Да, давай. Не такой плохой. На! Нет, я охренел! Ты что? Наверное, резко! Ты что? Тихо, ты дебил! Да тихо! А ты вернешь мне ресурсы? Да. Да, тогда я убью его! Ой, ты дебил! Не трогай моего, не трогай! Ты меня подул!
да. Вернешь ресурсы, пожалуйста? Да нет, ты же лох. Мне 9 лет, верни, я сейчас админу буду жаловаться. Зачем это делаешь? Я этого лоха в шортиках сейчас убью. Верни ресы, пожалуйста. Верни. Я админом пошел жаловаться. Да иди нафиг тебе. Слушай, прикинь, меня снова удар убил. Ну, значит, ты виноват в этом. А иди нафиг, дам, блин. Сам иди нафиг. Чё, домой? А, вот. Чё он меня с первого раза убил-то? Это видел? Охренеть. Я не знаю, он ходит в твоем доме. Сволочь, он тупо. Да он откуда нет. Ты знаешь, чувак? Так ты мне кол же принял, забыл? А я же тебя убил. Ну, ты кол принял, следующий раз. Меня бьют, я горю в огне. Он тебя ресурсы ворует, спаси ресурсы свои. Ты чё, откуда ты знаешь, блин, тебе? Да я дома стою, придурок, он ресурсы ворует. Не, тихо. Он ресурсы ворует твои. Какого фига? Бей его, он ресурсы. Откуда ты, о, всё, ресурсы. Откуда ты всё это знаешь, же? Трансляция идёт. Какая трансляция? Вот, у тебя сундуки, смотри, сундук. О, вот у тебя сундуки открываются сами по себе. Откуда это? Нет, ты чё, блин, у тебя нормальный голос появился, да? Это какой нормальный, это был бы... Блин, дай ты мне положить всё в этот, в эндерс. Чё я тебе должен положить, блядь, а? Ты охренел, я? А ну это, не трогай его. Ты даун, блин. Здорово, говнован. Ты чё ржёшь, Идиот, чё, поверил, что я ребёнок, что ли? Да, ты, потому что даунер. Баран. Ты, блин, всё убираешь, а? Чё? Ты чё сделал? Ой, чё происходит? Ты чё сделал, блин? Кто сделал? Я ничего не делал. Ой, ты сделал, блин? Чё? Хочешь, я тебе меч дам? Ты чё сделал, блин? О, давай. Давай. Ты дебил, иди нахуй. Стой, у тебя рез ещё есть. Опа. Ты дебил. Всё, он тебя дома. Зачем? Ну вот зачем? Ты грифер, я админом. Не, хочешь, я тебе сейчас сделаю дом? Нормальный дом будет. Ну да, давай. Чтобы да. Там алмазы были, ёбку мне ещё дай. Вот, нормальный дом у тебя стал, в принципе. Я что-то не вижу. Не видишь? Выйди. Ты что, не видишь? У тебя не прорисовался, наверное, дом. Я же новый сделал. К дому подойди. А, о. Не. Отойди от него. От дома отойди. Да, хорошо. Он ещё не прорисовался. Отойди! В смысле? Нет, ничего я не могу. И что это за дебил какой-то с волосами из Ванус? Ой. Меч-то кикнули. Да в смысле ты? В смысле ты? Как ты можешь? Я случайно кикнул. Ну я вип же купил. А, точно, вип же могут кикать, такие дебил, как ты. Да, кикать можно випу, если что. Так. Ещё знаешь, что может вип? Чё? Вип здесь самый, кстати, дешёвый подлеги, ты в курсе? О, круто, я, наверное, куплю випку. Вот, покупай. Он ещё банить может. У меня сейчас такие чувства, как будто я сру на Ванусе. Ты охренел, быстро разбанил меня, либо я быстро звоню в скорую. У тебя нормально всё? Нет, я звоню в скорую, если ты меня не разбанишь, я умру нахрен тут. Ты идиот. А чё, ты дебил. Ты врёшь, нихрена. А ты да. Нет, ну давай я тебя разбаню. Ну-ка, разбань быстро нахуй. Не могу я тебя разбанить. О, ты гри... Я, значит, админ этого сервера. И ты да гри... ни хрена ты не админ. Ну я тебя забанил же. Ну и что, ты вип тупой. Ты придурок, и чё? А ну, ты... Вип. Ну а вип, ты... всё, я нахожу гриферов и баню их. Ты грифер, всё, я тебя забанил. Зачем? Ну всё, пока. Я сейчас скайп сбрасываю. Ты охренел, пидорас. Я скайп, наверное, сбрасываю и всё. А что с тобой делать-то ещё? Ну, давай, не знаю, я тебя... А, стой, знаешь, подожди, ты же грифер, получается? Нет, блядь, я Ванус. Подожди, у меня есть для тебя идея. Смотри, у тебя есть кто-нибудь дома сейчас? Ну да, батя. Батя? И всё? Тебя, блядь, что-то не устраивает, я сейчас могу сам вырубиться, нахуй. И пойду лучше на сером крафте играть. Тебя сейчас дома не будет и всё, я сейчас скину ведь скайп. Да ладно, всё, я понял, всё, есть батя, да, и что? Батя, смотри. Можешь его сейчас позвать? Я тебе сейчас кое-что скину в скайпе, и ты это откроешь. Ссылку тут одну. Просто откроешь там. Страшилка будет прибать. А, ну, хорошо. Давайте сейчас. А как мне его позвать? Просто позвать? Ну, не знаю, ну позови как-то там. Как хочешь позвать. Хорошо, можешь? Сейчас я пойду за ним, подожди. Ну, давай. Сейчас я тебе пока ссылку скину здесь одну. Интересную ссылку. Сейчас. Ctrl-C, Ctrl-V, а.
Сейчас ты откроешь. Дай бог обманет. Что там вообще? Нет чуть никого. Ну все, я позвал батю. Все, открывай, я тебе там ссылку скину. Вот, я открыл. И что? А где батя? Иди сюда. Что ты тут делаешь? Можно я тебе кое-что покажу? Нет. Ну иди сюда. Не хочу. И сколько ты еще будешь играть на этот компьютер? Ну пожалуйста, ну пап, ну... Ну, давай, покажи, что. Покажи, покажи, что. Это что это? Это что это такое? Да папа, ну блин, ну, можно мне еще немного поиграть? Нет, выключай, пожалуйста, компьютер сейчас. Ладно. И что это за сайт? Где ты нахуй? Покажи. Что... Нет, все, все, давай пока, отстань. Нет, подожди. Что это такое? Да папа, ну пожалуйста. Покажи, кто это? Это, ну блин, он меня забанил, папа. Это похоже на гомосек, блин, что-то такое, это... Блин, не знаю, похоже на гей, блин. Кто это? Все, давай пока, не знаю, разбанишь или не разбанишь, все, давай пока. Стой! Спасибо за внимание, обязательно давайте наберем 5000 лайков минимум. И всем пока. Я снял прикольный тигрик, я хотел это сделать, и я скинул вот эту ссылку, всегда ссылку. Я не буду вам скидывать ее вниз, потому что она характера такого, 18+, ну вы поняли. Ничего там хорошего в этой нет, ссылки. Ладно, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, всех жду. Пока, заходите на сервер. Ты хочешь дунуть марихуану? Попрыгать на суперских батутах? Купить различные строительные блоки? А также пройти душераздирающий парку? Посмотреть, как сражаются на сплифе? А может, ты решил купить броню бога? Которая очень дорого стоит. Тогда заходи на SergioCraft сервер, на мой сервер, ссылка на него дана в описании ролика, и именно здесь мы снимаем Анти-Грифер Шоу. Рады приветствовать вас!